Здорово. В этой игре используется функция автоматического сохранения. Что ж, я посмотрел с последнего стрима по Нио 2. Прошло 4 года. Последний стрим был в июле. Сейчас конец июля. Только 24-й год, а тогда был 20-й год. К этому моменту вышло, соответственно, 3 DLC. Ученик Тенгу, Столица в огне и Первый самурай, вроде так как-то называется. Что-то я откладывал. Сначала не было DLC. Нет, подожди, DLC вроде я купил вообще чуть ли не сразу. Но я откладывал его. Не было настроения, а потом игра подзабывается со временем, как вы помните, и начинать заново, а еще из DLC, это, конечно, проблематично. Ну что ж, ну мы рискнем. Я что, с катаной бегаю? Потому что... А, ну как было с Нио? Я наигрался в Нио. Я выбил платину в Нио 2. И на этом я забыл про игру вообще. А там вышли потом DLC, и они... Дома область для перехода, к ней воспользуйтесь картой страны. В Додзё добавлено новое здание, бей как Якай. Сумеречное задание изменилось. А мы здесь все прошли на закате? Так, здесь какие-то синие задания. А, задания для сетевой игры. Задания для сетевой игры какие-то появились. Тут нововведений, конечно, было, наверное, дохрена. Главное нововведение, это то, что... Ну, которое я помню, это то, что я получил броню. Броню из Ninja Gaiden. То есть броню Ryu Hayabusa Set полностью. Был какой-то ивент, в общем, я просто зашел в игру, короче, и выхватил эту броню. Ну что ж, ученик Тенгу, а чё тут, смотрите, здесь какие-то года-то не поэтому, не по порядку. На первом Нио, конечно, DLC были вообще жопораздирающие, когда достоинство воинства подготовилась к отплытию, на него внезапно обрушилась буря, уничтожившая множество судов. И Йосицудзе, желая нагнать противника, потребовал, не обращая внимания на штормовые ветра, волны, его флот отправится на землю врага. Обычно путешествие это занимало 3 дня, а у Йосицудзе оно же заняло 6 часов. Подожди, 6 часов? Yeah.
Людва. The Tengus Discrippled. Discrippled. Что там в хижине? Ой, кися. Ладно, потом. Наша героиня опять в дороге в поисках возможных источников тьмы. В Ясиме она обнаруживает древнее святилище, возле которого Сохаямару начинает ярко сиять. Героиня внезапно переносится в прошлое, в период Хэйян. Перед ней разворачивается сцена битвы, и в центре воин, вооруженный таким же светящимся Сохаямару. Имя этого воина Ясицуне. И воины Тайра нападают один за другим с каждым взмахом его меча. Что там стоит на этих полках, господи. Выполните выполнение различных действий, связанных с камнем покаяния. Что такое? Выберите аксессуары, обменяйте на камень покаяния, пока вы носите камень покаяния, сила атаки и запас здоровья врагов увеличивается. При этом также увеличится вероятность попадания экипировки небесного или выше качества. Победа над врагами увеличивает показатель искупления камня покаяния. Выполнив для камня покаяния ритуал покоя, вы получите свой аксессуар назад. Вероятность усиления аксессуара при этом зависит от значения искупления камня. Какие-то камни покаяния появились. Так, надо эссенцию менять, да, наверное? Что там у меня было? Анима. Урон, защита, блок, Якай. Восполнение здоровья, Д. Хуй из это? Повысил уровень Амрит и 1 300 000. Угу.
А кто? Составной посох и кастет появился. Ну чё, гоу. Да, такого я не ждал, чтобы какое-то непритязательное святилище вот так отправило нас назад в прошлое, нас сюда как будто звала-то флейта. Придется нам пока отложить наши прежние дела, тушение тлеющих угольков войны и удостовериться мумио. Пожалуй, нам стоит заняться побережьем вокруг и все здесь осмотреть. И сдается мне, свет Сахаямару укажет нам путь. Не переживай, мы с нашим кошачьим другом никуда не денемся. А, опять этих чуваков собирать, зелененьких, не помню, как их звали. Требуемый уровень 120. У нас 153 левел. Но я на New Game Plus вообще не заходил, если честно. Ясима располагается на северо-восточном краю Сикоку и раньше была одним из важнейших поселений на берегу внутреннего Японского моря. Город процветал, и ближе к концу периода Хэйян его выбрали в качестве своей резиденции представители рода Тайра. С ростом напряженности в их отношениях с Минамото, Тайра начали искать способ усилить свое влияние, собирая камни духов, что наложил отпечаток на Ясиму. Со временем город пришел в упадок и опустел, а на побережье поселились Якай. В 1185 году или во втором году эры Генриаку, Минамото но Йосицуне пересек бурное море во главе отряда своих лучших бойцов и атаковал Ясиму. Окрестности города превратились в сцену жуткого побоища между людьми и Якай. Так, мне надо сейчас камеру будет куда-нибудь зацепить. Ух, собака. Нью 2, блять. Вспомнить миллион кнопок. Цель недостижима. Вот поэтому я не... длительное время не стримил Нио 2, потому что я его прошел и забыл. И забыл. По-хорошему, конечно, мне бы сейчас бы начать New Game Plus, пробежаться, вспомнить, как вообще работает игра. Йоу!
Блин, я до сих пор пытаюсь нажать кнопку удара. Стандартно, как в Bloodborne, там, Elden Ring, Dark Souls, Souls-like игры. Так, ладно, что еще тут было у нас? Я не помню, что-то как-то можно же навешивать там. Ну ладно. А чё, как добивать-то? Ну, вроде проходимая пока. Так, давай. А у меня, кстати, у меня это легендарный, да, или как это называется? А, не легендарный, а... Подскажите. Небесная. На треугольник такое добивание. Ладно, все. Я не знаю, почему у меня топорики, но, наверное, я топорики последние качал для того, чтобы выбить. А, чтобы там привычность докачать до 100%. Ой, подождите, здесь что-то же еще какие-то есть кнопки. Блин, слишком много клавиш. Да еще вовремя дэш сделать, бляха-муха. Что, тут никого нету? Зеленых нету. Они же там в кустах где-то прячутся постоянно.
Ну, короче, если будет сильно сложно, будем синих вызывать, походу. А чё, прыжок есть в игре, что ли? Не было же вроде прыжка никакого. Чё тут делать-то? Да. Пара-пам-пам-пам. Чё-то я вообще не понял. Утонул. Ну хорошо. Дома, конечно, лютый, блядь. Понятно, надо что-то сделать. Повалить. Эх. Стример не дурак. На самом деле дурак, да? Блять, я хочу под лук почему-то под это. Вы под копье нырнуть постоянно. Знаю, что у меня за мания. Играется очень тяжело. Поверьте. Прям очень тяжко. Бля, тут Якай.
Так, и можно до эти атаки же можно парировать, да, вроде бы. А чё мне парирует? Квадрат, интересно. А, подождите. Точно, еще же тьму можно эту рассеивать. Ой, господи. Ну зачем столько механик? Кидает топорик, блин, кстати, у меня здоровья ни хрена нету. Ну, мне кажется, я быстренько задушусь, если честно. Прям такое предчувствие, что я очень быстро задушусь в игре и... буду пользоваться всеми возможными способами, чтобы не пройти. То есть призыв вот этих синих чуваков. Надо душить, даже пока они не восстановили свою стамину. Также это вроде работает. Что-то здесь какая-то замануха по-любому. Нет, не замануха, зато эликсир подняли. Опять я хочу повзаимодействовать на треугольник. Чёрки буза, что ли? О, NPC. Зажигательная стрела для длинного лука.
Прикольно. Ой, блядь, там пацаны какие-то. Тип. Не надо вот это, я помню, у вас агр тут срабатывает под конец. Это я помню. Так, сюда проход есть, да? Это хорошо. Что ты скажешь? Я он стрельнул. Понятно. Пойдемте с другой стороны посмотрим, что там было. Может, какой-нибудь этого найдем. Зеленого, не помню, как они называются. Не найдем. Бляха, муха, ну что ж ты, господи. Здорово, вроде. Что ж ты утонул? Блин. Эй. Побежал, побежал, побежал. Держи. Так, главное сейчас день здесь не откинуться в эту воду, блять. Потому что там мои души лежат. Блять, дышит слишком длинное. Так, у него... Опа. Это мне повезло очень сильно, что у меня персонаж подлетел. Потому что у него был хипер-армор, да, он этот... В паническую атаку вошел. Ну-ка, давай, давай, иди сюда.
Так, опа. Забываю, что не надо, когда добиваешь, надо его сваливать нахрен. От врагов подальше. Понимаю. Что вон что тип там сидел. Так. Как-то же можно вроде возвращать духа. А Амриту я теряю при возвращении духа, я не помню. Ладно, что-то мы тут зажгли. А, сожгли мы тут сундук, окей. Небесный осколок, не помню, составной посох, сокрушение зла. Тонфа инь плюс один, блин, а чё у меня такая тонфа крутая? Сокрушение зла. Ну-ка, дайте попробуем. Блин, прикольно. А как он составной работает? Блин, мне нравится. Можно наказывать. Круто, слышите, круто очень. Ну, кстати, навык, тут один навык. Топорика появился. Можно чё качнуть? Это что такое? Топорики должны находиться в ножнах. Нет. Парируйте. L1. Не парирование. В конце комбо вы делаете выпад топориками вперед, заставляя противников отступить. Только средняя стойка. Ну-ка, раз, ты дыщ. Что, что? Сила атаки топориками плюс 2. Изучение улучшенных вариантов этого же навыка заменяют действующий. А, это... А у меня какой навык? Уже скручусь. Препарирование. В конце комбо верхняя стойка. Падает до 30, нижняя ваша основа топорика, скорость восполнения вашего запаса ки увеличится на 10%. Если запас здоровья падает 3%. Урона на 7 в вашем ближнем бою увеличится на 5%. Ну, давайте, наверное, вот это возьмем. Не знаю. Так, чё там кошка творит? Все? На отдать есть очко. На магии Амеда. Так, а чё я пользуюсь вообще? Блин. Когда, блядь, спустя 4 года зашел в Нио, блядь. Чего ты тут делал? Чего можно усилить? Где мои нужные навыки? Сопротивление миру, Йокай. Талисман ленности. Больше нельзя. Это что? Талисман барьера. Что он делает? Вода. Ударной волны. Огня. А, посмотри, что у меня за талисманы, короче, есть. Ленности, талисман стали, защиты, пилюля силы, барьера, скверна загробного мира, перья воды. Потому что я помню, что на хаос мы навешивали, да? На всех боссов пытались в хаос. Давайте попробуем палкой по этой побегать. Может быть, я ее оставлю.
Потому что я топориками вообще не знаю, как орудовать, я не помню. Вроде бы мы с катаной всю игру прошли, и с катаной я умею пользоваться. Это кто такой? Братик. А чё не достает, а? Я вижу. Что за краб, блядь? Ну его надо в жопу бить. Что у него? Так, палка говна кусок. Я и не умею играть. Давайте возвращаем топоры. А какие мне были? Вот эти, да, привычность. Блин, а что там еще что есть? Ой-ой-ой-ой-ой. Это я... Бандитский топор. Так, это можно сжечь. А как? Можно? Надо определенную эту искать. Стрелялку, да? Что-то квакает. А, нифига себе, ты спрятался. Я тебе среди волн. Это, кстати, второй Кадама, вот. Кадама, это второй. О чем? А у меня. О чем не стоит? Что-то должно же быть стоит на поиск Кадамы. Что за ремни? Умри-то. Чувство Кадама. Сопротивление в воде, зарабатываемое золото. Мастер копий. Так, да что, пробежать придется обратно, что ли? Чувство Кадама, я там что-то Кадам вообще всех пропустил. Ну, давайте хотя бы здесь чекнем. Нет, NPC, ладно. Значит, здесь никого не было. Потому что мне нужно максимальное количество хилок на босса. Так, топорики. Донесу? Давай, иди сюда. Ну как вот так вот? Почему? Он после того, как я ему выбил всю стамину, я ему нанес удар, и он восстановил стамину. Потому что я его продолжил бить. Пацан даже ничего не услышал вот этот. Где же? Ну какой-то серьезный. Хрена ему вообще стамину нифига не выносил.
Братишка, ну что ты вот это? О, соль. Мы боссов солили, помните, да? Так, а, это, кстати... Это... Давай, бей. Не вставай. Стрела? Так, а где длинный лук найти? Но он только там стоит или что, где-то еще луки есть? Блин, аккуратнее надо это делать. Или я могу там развернуть лук, что там какая-то молния бьет. Или надо другой лук искать. Там какой-то тип серьезно сидит. Эй. Честно, я вообще ни одного лука больше не вижу. Хотя вон стоит. Вон стоит лук. И походу он сюда смотрит. Ладно, давайте тогда идти дальше. Стараться не умереть. Потому что тут пошли уже йокай. Я смотрю. Блин, как с йокаями возиться. Что-то там попари. А этот у меня дух на нолик. Это кто? Блин, действительно, хоть игру заново запускай и с самого начала обучайся управлению всему, всем механикам. Кто мурлычет? Это сверху мурлычет. А? У меня чуть здоровья не было? Господи, ребят, ну серьезно? Что-то я вообще не понял прикола. Так, ну, может пробежим просто нахрен, блядь. Давай, не добивать его не будем. Мы же можем просто пробежать, да, наверное? Да, я лук ломается, я больше стрельнуть с него не могу. Так, go, run. Run, boy, run. Главное, где-нибудь здесь не бахнуться. Чувак, ну ты вот не кстати вообще. Мне нужны мои души. Моя Амрита. Я столько времени ее копил. Блядь.
Да-да-да-да-да, я помню эту атаку беспонтовую. Ты кто такой? Ну вот отлично. Да залазь. Залазь, как в Elden Ring на треугольник. Конечно, блядь. Да ты, блядь. Нахрен тварь, блядь. Чё за мобы, а? Так, вот лук, кстати. Бах. Я уже, кстати, задушился в этом Нио. Если быть честным. Так, ну это срезка, в принципе. Там вот эти, блядь, кто-то сейчас восстанет. Кто-то придет меня ковырять. Надо идти типов этих пить. Надо еще назад вернуться. Что там, у меня почти миллион амрита есть. А чё, можно пауку в попец настрелять? Буль. Это этот, да? Парализующая фигня какая-то.
Чё, я открыл только сундук просто? Проход до сундука? Нахрен мне сундук нужен? Там что-то такое крутое в нем лежит? Полно же. Надо, кстати, что мне там... Надо посмотреть. Миска Кадама. У меня миска на голове Кадама. И есть и лучшие кирасы тут. Ё-моё. А чё, почему у меня вот это именно кирасы? Доблесть самурая, 4 предмета. Раз, два, три. У меня 3 предмета. Так, у меня будет здесь какой-нибудь этот... бонфайр где-нибудь? Носи у тебя клешня. Ну ёшкин кэшкин, ну что за... Так, минус. Блять, краб такой же надоедливый, только маленький. Так, здесь где-то у нас Кадама прячется. Где ты там прячешься? Давай домой, блин, я только третий. Здесь вроде их 8, да, или 10. Только третий. Ладно, заломали, братка. О. Наконец-то. Наконец-то. Можно помолиться. Амрита, ну, естественно, не хватает у меня амрита нифига. Я, кстати, не знаю, что качать вообще. Понятие. Ну ты же выплыл, и доспехов на тебе не особо нету. Ты же не латы кинуть. Опять краб. Два краба.
Nice. Может, меня второй не увидел? Ну, конечно. Не надо, что делать? Просто умирайте и все. Вот сюда проход, там куда проход был тогда? Это прям к боссу, что ли? Какой-то серьезные пацаны стоят. А здесь что за проход был? Блин, а здесь юкай стоит. Ладно, давай. Блять. Братик. Блять. Ненавижу этих врагов. Ну что ж ты не добила? Тоже я не добил. Но было страшно, за меня один удар оставался. Через ткань можно его бахнуть? Нельзя. Кто меня спалил? Краб. Ну иди сюда. Иди. Иди, закуска. Давай, закусь. Давай, 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 давай. Побежал. Побежал куда-то. Давай, выползай. Эй. Иди домой. Да ты, блядь, прикалываешься, крабовелы. Эй.
Что за первое стихотворение? Вот что такое. Где оно? Ключевые предметы. Первое стихотворение. Стихотворение, написанное в странствиях по западу Японии бродячим поэтом по имени Сайге. Оно посвящено воспоминаниям о старом друге Сайге, проживавшем в местечке Ининомия, что в провинции Аки. Шум волн не дает мне уснуть, а лунный свет струится сквозь крышу, чтобы, как старый друг, составить мне компанию. Чё он дает-то? Блять. А я не помню, как тут. Господи. Да, я забыл, что тут мимики тоже есть в игре. Соответственно, я пытался тут вспомнить, как жесты показывать. Экстренно пытался вспомнить. Оп, здорово. А где добивание? Ой, братик утонул. Чё там где-то босс? А чё тут у меня какие-то здесь? Ещё какие-то локации? Или это шорткат просто? А, это шорткат к боссу. Окей. А где остальные Кадама? Мы же 4 штуки всего нашли. А где все остальные братки эти? Чё-то не понял вообще прикола. Или подождите, или это не там босс, еще типа будет локация. Да не, походу там босс и все. Да, тут босс. Отдайте. Это какой, что-то пятый? А где остальные, блядь? Где остальные? Ладно, у нас тут еще проходы есть какие-то. Опа, горячий источник. Ну это надо к боссу идти после купания в нем. Запоминаем, там горячий источник есть. По пути к боссу. Окей. Блять, катаны, конечно, рубит он вообще. Будь здоров. Ну их не, это не все, пацаны. А где Кадамы там? Да чё, а у меня сеть что ли есть? Можно кого-нибудь призвать, чтобы мне там проходили, кстати, DLC?
Вот, блин, надо уметь останавливаться вовремя. Я не могу вовремя остановиться. Блин, он в рейндж атаку вошел, блядь, который хрен что сделаешь. Вообще можно парировать вроде эту атаку, надо тогда специальный навык парирования ставить, если я ничего не путаю. Погляди, как он живучий, а. Ну, кстати, левел есть. Но меня все равно... Бля, да нахрен, пошли крабы. Че, блядь, я тут ради этой стрелы, что ли, заползал? Блин, мы где-то Кадама в самом начале просрали, походу. Или подождите, или это на главу дают, или на уровень? На уровень вроде бы дают Кадама. Так, ну что, мы сначала идем мы тут. Качаем левел. Потом идем убираем на боссе. Ну что ж, в принципе, я готов. Собака. Ну ладно, эликсир отхилял меня. В принципе, нормально. Так, что же делаем? Садимся в источник. Спасибо.
Так, что это такое? Да, блядь. А как мне... Блять, а как мне духа призвать-то, я забыл. Хорош. Блять, я даже отошел. Да камон! До свидания, блядь. Уф! Ну ладно, он не такой сложный был. Кто, блядь? Ты что, не босс, что ли, этой локации? Ты не босс этой локации, бля, ребята. Он, походу, хочет с нами до босса дойти. Так. Господа. Где там, блядь, управление, нах? Титулы.
Давайте управление. Как призвать, блять, этого духа своего? Выстрел при прицеливании. Отбор увеличение. Контрудар. Ага, контрудар это на 0 был у нас. А, нолик треугольник. Ага. Нолик плюс треугольник, все окей. А то я пытался в духа превратиться, я не смог. Чел, блядь, я думал, ты босс. Я уже такой обрадовался, что со First Try тебя затащил кое-как. А ты, сука, не босс. Чётенько. Умер. Нет, а я думал, я воду утонул. Чувак, а ты будешь босс бить этого кента? Давай его сюда вытащим. Мне одному было проще, кстати, его убить. Не все же так просто. Или все так просто. Что-то там убил. А ты по лестнице умеешь забираться? Блять, умеет. Подожди, 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 подожди. Тут крыса сидит. Крысютина.
Давай, иди сюда. Да не дерись ты там с ней, блядь. Я тебе помог? Не забывай, что у меня тут урон по ки будет. Давай-ка домой. Что-то внутри тут, да, сидит? А у меня стрела есть? Так, братик. Thank you.
Это что за фигнюшки? Ну-ка, коснись. Ладно. Это куда? Подожди, не. Это куда мы вообще? Это куда мы идем? Это мы куда-то, блядь, срезку что ли открыли? Или что, я что-то не понял вообще, приколдес. Зеркальце! Я это зеркальце в первой части, блядь, искал. Пол жизни так и не нашел. А мне тут зеркальце дают. Сила магии Амёда 21. Братик, я вот немножко не догоняю. Да не залетай ты туда вовнутрь, блядь, дебила кусок, а. Ты убил этого типа? Здорово. А-а-а.
Так, где-то. Подождите, здесь же был, нет? А нет, соседний. Ну что такие мобы, блядь, жирные вообще? Чё это за игра такая, а? Не понято. Это типа можно же сжечь. А как? Типа можно огненной стрелой, что ли, стрельнуть? У меня не огненная, блядь, походу. Блять, это должен мобку это сломать, походу. Блять. Слышь, чел, иди сюда. Он не придет, потому что меня вот этот, блядь, не даст мне возможность ничего сделать. Блин, может, аркебузой можно бахнуть это? Слава богу, блядь, что можно этой аркебузой бахнуть. Где он там сидит-то? Ну это мог бы и моб какой-нибудь развалить по-любому. Че тут? Блять, этот жив еще. Ну тут краб еще бегал здоровый где-то, блять, а вот он. Вот он наш любимый. А что ты так стоял там, стоял, блять, резко? Помогай, помогай. На, хватай. Ты помри тебе, блядь. Сейчас восстановит, блядь. Как же ненавижу этих мобов, блядь. С этими восстановлениями стамины, блядь. Ускоренными.
блядь. Попался. Да. Нио 2 это вам не Нио 3, как говорится, да? Потому что Нио 3 нет, блядь. Все очень просто. И логично. Нио 3-то нету. Есть Вулонг, господа. Вулонг, это Нио 3. Уже есть и Rise of the Ronin, да, какой-то от этих же. Не, ну они, конечно, переборщили во втором Нио со сложностью, блядь. Ну, с этими всякими дополнительными приколдесами. Ну, ёшкин краб, блядь. Давай, меня еще краб, блядь, не убивал. А, это тип, кстати, он отъехал. Души, 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 он сейчас остановит. Блять. Так у него здоровья нет. Алло. Нет, у него есть здоровье. Домой. О, это шорткат. Это шорткат, господа. Блин, чувак, я предлагаю сходить на шорткат. А чё ты меня привёл? Ой, педрила. Я думал, ты к боссу со мной зайдешь. Слышь, блядь, я тут занимаюсь, знаешь, чем? Это... 400 еще этих, умри-то, надо быть это.
Сила магия меда плюс 7, кстати. Мне кажется, на сложение качать плюс 20 хотя бы. Здоровья вообще нифига нету. А чё, будешь бить вот этого вот типа? Слышь, тип? Дать. Кто же тут босс, если там вот этот моб был такой жесткий, а? Ну, кстати, я на самом деле удивился, знаете, чему? Что вот этот чувак, он не кастанул тьму, переход в тьму. Вот что я удивился. Я такой думаю, странно. Ну, странно, почему ты этого не делаешь? А он не босс, блядь. Он так чисто. Локации, конечно, огромные. Ну, кстати, в первом же тоже, в первом Нио, первое DLC было такое же вроде бы. Или нет, не-не-не, мы там доходили до босса и потом... Нет, там был босс. Я походу знаю, что нужно делать с этими стрелами. Он потом будет стрелять этими стрелами в босса. Да? Так же?
Мне кажется, он потом... Да, он потом будет саппортить мне. Во время боя. Окей. Ну, хоть что-то. Все кадама, окей. Хорошо. Как же она задоджила вообще Найсова.
Блять. Эй! Видите, а там что-то, да? Угадал, что ли, нифига себе. Ой. Так, стрелу надо, блин, надо было сейчас стрелу отдать. Или что, здесь никого не будет? Да будет же, блядь. Сейчас убьют меня нафиг тут. Чего ж я сразу-то не пошел, не закинул? Давай, подходи. Братишка, держи еще одну стрелу.
Надеюсь, больше не найду. Потому что к тебе возвращаться вообще не с руки, если честно. Ну там, походу, еще одна стрела, да? Или что, или это... Гонг, ударив гонки, и кто-то выстрелит, выпустит стрелы. А, походу, у меня это будет большой... Большой моб. А, вода, блин, у меня вода стоит там водяной, блин, наверное, уроном воды вообще ни хрена не будет. Я что, с кораблями буду драться? Не, опять это, Ума-Юма, как это, помните, второй босс? Не второй босс. Ну, похожая, короче, штука была в первом Нью. Блядь, да как ты? Бляха-муха, ну ёшкин. Где вот я в гонку ударил и чё? Так он мне хаоса навешал, я сейчас умру. Thank you.
Как в гонг-то ударить, блядь? Как в гонг, блядь, ударить-то, чувак? Мне же сказали, ударь в гонг, блядь, и к тебе придет на помощь Кент. Как это сделать? Надо магия меда поменять. Как в гонг-то ударить? Это я дурачок. Угу. Он меня просто хаос навешивает и все.
Ой-ой-ой. А чё ты не продолжил? Мы же ему сбили, блядь. Эй! Ой! Мы, господа, ждем, пока у меня хаос скинется. Блять.
Блять, ебаные крабы. Блять. Да как от этого увернуться, блядь? Блядь, может мне надо... Крабы, блядь, подсирала. Ой-ой-ой. Бля, да ладно! Ну ты, господи, полчаса бил в эту гад... Блин, я вспомнил про атаку, которую надо было зарубить, блядь. Ну, господи, поздно! Но я сейчас его убью. Блядь, ну он отстой, но надо там саппорта приглашать все равно, блин. Я понял, как его убить. Ух, господи, надо было сразу там этого подрубать. Я не понимаю, как в гонг бить. Надо аркебузу, блядь, Он даже ничего не успевает сделать, просто его рашишь и все.
Ты прикалываешься, прикиньте, ему остался один удар. И я просто не успел отхиляться, блядь, потому что он решил похиляться, блядь. Надо было его добить с этим. Ну там еще краб этот саппорт, саны, блядь. Господи, что же жопа какая-то, а? Да. Кому-то пизда. Банс. Это была победа. Чувак, как этот в гонг, блять, ударить? Понятно, как можно было ударить в гонг. Надо было с аркебуза, блядь, стрелять. Он бы под саппортил. А чё, я только один раз, я же ему две стрелы отдавал, блядь. А он только один раз под засаппортит, что ли? Или он два раза будет стрелять? Ну, как-то так. Блядь.
Нио 2, конечно, жопа, конечно. Без этого... Ну, блин, два раза почти убил его.武芸百般を授けたのは、鞍馬山に住む妖したち。そして 私の刀を狙って現れた弁慶は、互いの命を預ける分身に、この源九郎判義経、霊石に見入られた平家を滅ぼし、 源氏に伝わるあやかしを打つ刀を手に、必ずや世に平安を取り戻してみせよう。それを後押しするは新たな稀人の光。 Бой плечом к плечу, при том, что я буду драться, а ты будешь стоять в стороне, да? Свет соратника. Ой, господи. Песнь «Успокоение бури», ненависть, что поглотила сердце Тайера, не знает границ, лишь из-за нее глава рода Тайера, но Киемори возродился в облике Аратама. Мы искренне благодарны тебе за уничтожение этого чудовища, слава богам, Бенкей нашел тебя в самый нужный момент. Теперь мы направляемся на запад, чтобы разделаться с этими разжигателями войн из рода Тайера, раз и навсегда. Возможно, от них... От их армии и осталась жалкая горстка, но терять бдительность было бы неразумно. Я знаю, что могу на тебя положиться. Бам-бам-бам-бам-бам. Короче, тут еще есть дополнительные миссии. Стандартно. Дополнительные миссии. Два меча. Один меч. Один меч. К сожалению, Нио такое, что надо их проходить. Так что, я, наверное, их буду проходить вне стрима, потому что уже, блин, 2.30, 2.40 мы играем. Попытаюсь пройти вне стрима, прокачаться немножко. И мы вернемся уже совсем скоро. Блин, а до уровня мастерства владения, блядь, этой палкой беспонтовой поднять. Вот, кстати, когда я дадзё проходил, я владел всем оружием, но это было 4 года назад. Больше я не владею. Сумеречное задание, чарующая башня. Короче, на этом на сегодня все. Спасибо за внимание. Увидимся. Пока.